по Усолье-Химпром. Конечно, мы его сдвинули с мертвой точки. План действий мы себе нарисовали. Это серьезная загрязненная территория. И мы для себя определили, что к 1 сентября 2021 года цех будет полностью демонтирован и площадка вся рекультивирована. И мы должны сделать экраны для того, чтобы эти отходы, там более 18 тысяч тонн, не попадали в ангару. До 2024 года полностью произвести рекультивацию этой территории.